Здравствуйте, это «Цифры не врут». Перед столичным дерби КПРФ «Дина» я расскажу вам о нескольких любопытных фактах из истории встречи этих команд. КПРФ является для «Дина» одним из самых удобных соперников. В рамках Суперлиги пушкари проиграли землякам 0 раз, а в общей сложности «Дина» обыграла коммунистов в 8 матчах из 10. В разные годы в составе КПРФ выступало много бывших футболистов «Дины». Однако сейчас такой игрок только один – это Глеб Разоренов, воспитанник «Диновской академии», проводящий в КПРФ свой 4-й сезон. В истории встреч «Дины» и КПРФ был такой период, когда «Дины» в 3 подряд матчах руководили 3 разных тренера – Мигель Андрес, Юрий Руднев и Бета. Лучшим бомбардиром «Диновцев» в матчах с коммунистами является Данил Кутузов. На его счету 10 мячей, причем в декабре 2013 года в Климовске Кутузов оформил хет-трик. За КПРФ выступает один из самых низкорослых игроков российской суперлиги – Део. Рост португальца – 166 сантиметров. Да уж, с Искрдиней бороться тяжело, но Део все равно очень опасен. Нашей команде следует помнить об этом, а вам о том, что цифры не врут.